Добрый день, Виктор. Вот это улица Первомайская раньше. Она сейчас тоже называется Первомайская, но вывески Алимитаева. Но все равно люди привыкли Первомайская называть, они вот называют. Раньше здесь был трамвай, по-моему, с этого. В Черноречии концерный завод. Дороги узкие были, сейчас видите, как расширили. Вот в этом доме я живу. Не знаю, когда вы здесь жили, был этот дом или нет, тоже не знаю. Вот эти пятиэтажки, как раньше стояли, они, конечно, разрушены были, восстановили. Ужас, что тут было. Сейчас восстановили неузнаваемые вот эти пятиэтажки. Сейчас я иду туда, где раньше переговорный пункт был. Сейчас я вам покажу. Там сейчас аптека, еще какой-то магазин музыкальный. Вот эти вот дома наши. Вот этот магазин, он и раньше был, но сейчас он больше стал, называется «Халяр». Здесь все, что хочешь, хоть что найдешь. Вот такая у нас красивая улица стала. Сейчас, что вам еще показать. Вот это вот весь магазин «Халяр». Жарко сегодня у нас, просто невыносимо. Вон там вот виднеется школа номер 7. Может, вы помните, знаете, не знаю. Помните вы эту школу, она сейчас у нас такая популярная. Вот здесь вот, в этом доме и был переговорный пункт. Сейчас вам покажу. Такие очередя были, бывало, что придешь на переговоры. Переговоры сколько вот сидишь по несколько часов и не состоится. Так, с таким настроением домой возвращались.